Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Продаются двухкомнатные квартиры в жилом комплексе «Солнечный», расположенном в курортной зоне города-курорта Анапа, в непосредственной близости от моря, в тихом и спокойном месте. Компактные и удобные планировки квартир, благоустроенная дворовая территория, уникальное соотношение цены и качества строительства. Пионерский проспект, 255/2, телефоны 48300 и 48333. Партнер программы «Новости» – магазин «Випарт». Нам, женщинам, надо так мало для счастья. Теплое слово, ласковый взгляд и новое платье. Модная верхняя, деловая и вечерняя женская одежда в магазине «Випарт». Теперь мы по новому адресу. Анапа, торгово-развлекательный центр «Алиса», первый этаж. «Випарт» – клуб настоящих модниц. Эфир канала РЕН-ТВ продолжает новости Анапы регион, в студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. Поручения на неделю и долгосрочные. Подготовку курортного сезона обсудили на планерном совещании. Изобретение как семимильный шаг развития и способ прославиться на весь мир. А сейчас обо всем подробнее. Подготовка к курортному сезону, мониторинг работы ярмарок привозов и состояние пляжей. Глава города Сергей Сергеев дал поручение подчиненным, в том числе проконтролировать ход работ по укладке тактильной плитки на улице Крымской. Подробности в сюжете. 70-летие со Дня Победы в Анапе отпразднуют масштабно. Две недели на детализацию плана выделила первый вице-мэр Светлана Яровая. В рамках подготовки к 9 мая в Анапе уже стартуют несколько акций. Все памятники и мемориалы уже сегодня приводят в порядок. Память – это не только День Победы, это бережное отношение и уважение каждый день. На планерке обсудили подготовку к курортному сезону. Работу начали еще осенью. Сергей Сергеев напомнил, те, кто осуществляет предпринимательскую деятельность в Анапе, должны выполнять взятые на себя обязательства. Нет сезона к сезону, а постоянно. Я говорил по климатоповелью, проведение совещания на месте. Вы мне сказали, после 16 числа будет собственник. Поэтому давайте с выходом на место, намечайте когда, и пусть он нам предоставит график производства работ. Если к открытию нового курортного сезона построено там не будет, а окончено строительство, значит давайте думать, как с этим вопросом. Больше я ему вообще ничего строить на территории Анапы не дам. Заместитель мэра Анапы Людмила Терещенко поручила продолжить классификацию объектов размещения, усилить контроль в сфере торговли и повысить качество обслуживания на ярмарках-привозах. Качественной организации ярмарок-привозов сельской местности потребовал заместитель мэра Анапы Александр Колесников. Ярмарки у нас в районе Восточного рынка, улица Парковая. Оцениваю работу удовлетворительно. Ценники рекомендованные были на всех видах продукции. Цены также соответствовали рекомендованным ценам. Их было наглядно видно. Село Субцех, ярмарка на улице Фрунзе. Недостаточный ассортимент продукции. Не было мяса, не было молочной продукции. Поэтому взять на личный контроль все ярмарки выездные. Вопрос главам сельских округов. Либо вы лично сами, либо ваши заместители выезжают на место и делают фотографии. Телефоны ваши все у меня есть. Поэтому я жду до 9 часов утра на ярмарке в вашем округе фотографию. О преобразованиях в спортивных учреждениях доложил заместитель мэра Сергей Козлов. В спортивной школе номер 1 завершаются работы по реализации программы «Доступная среда». Поручение начальнику управления по спорту подготовить документы на строительство нового стадиона. Тему строительства и последствия строительных работ также обсудили на планерке. Глава города озвучил распоряжение. Каждый метр должен быть восстановлен. Газоны, плитка и дорожное покрытие. Если будет нарушено устройство, то, которое было ранее, хотим мы его менять, не хотим, это не их дело. Если будут зазоры завышены и все остальное, значит никаких приемов работ. Все. Они должны разобрать тогда весь объем, положить и сложить тот рисунок, который был. Сейчас в Анапе стелют специальную тактильную плитку для людей со слабым зрением. Проводит работу фирма из Твери. Подрядчик должен выполнить работу качественно, не оставив после себя разбитые тротуары. Контролировать процесс Сергей Сергеев поручил городским службам. В Анапе продолжаются проверки транспортных услуг. Программа «Доступная среда» проявит себя в Анапе и в форме информационных табло в городском транспорте. Ответственные готовят смету для ремонтных работ в сквере Боевой Славы. Об этом рассказал заместитель мэра Анапы Владимир Забураев. Поручение от главы города – усилить контроль на строительных объектах, чтобы предотвратить незаконное возведение многоэтажек.
Содействие городских властей при создании жилищно-строительного кооператива, помощь в решении имущественных и земельных споров. Такие вопросы звучали на приеме главы Анапы. Сергей Сергеев традиционно провел его в начале рабочей недели. Марина Ступакова попросила помощи в решении проблемной ситуации со строительством многоквартирного дома на улице Крылова, 13. Сегодня в числе обманутых застройщиком дольщиков – 7 анапчан. И для того, чтобы консолидировать усилия и добиться окончания стройки, необходимо создать жилищно-строительный кооператив. Марина Ступакова попросила оказать содействие в этом вопросе. Юридическая помощь администрации, по словам анапчанки, требуется и в судах, где жители курорта отстаивают свои интересы. Сергей Сергеев выслушал заявителей, изучил документы. Ситуация не останется без внимания, пообещал глава Анапы. Валентина Петрова рассказала Сергею Сергееву о проблеме, которую не может разрешить в течение нескольких лет. Суть в неправильно оформленной земельно-правовой документации. 5 лет назад участок странным образом потерял в площади 3 сотки земли. Восстановить справедливость, по словам Валентины Ильиничны, ей не удается. Мэр Анапы гарантировал, в вопросе с землей разберутся. Личные приемы глава по установленному им правилу проводит каждый понедельник в 2 часа дня. Анапчане идут Сергею Сергееву с разными вопросами. На каждый заявителям дают ответ. И к другим темам. Чтобы создать свое дело, нужно быть не только предприимчивым. Заманчиво быть самому себе начальником, а значит ответственным за все. Анапчанка Наталья Седова из простого предпринимателя стала лучшим в крае. Наталью Седову коллеги, клиенты и знакомые называют не иначе, как наша Наташа. Красивая и улыбчивая девушка располагает к себе людей. В детстве Наталья мечтала стать врачом. Сейчас тоже лечит волосы и души своих клиентов. Из ее парикмахерской доносится запах не лака и перекиси, а свежесваренного кофе. Большинство клиентов становятся ее хорошими друзьями и наоборот. Встретились в Анапе и общаемся. По это время друг к другу ходим в гости. Когда узнала, что она открыла свой салон, решила ходить к ней на встречку. Доверить свою внешность Наталье Татьяна не боится. К советам мастера прислушивается и ни разу не пожалела. Когда она мне сделала новую прическу, я пришла на работу, все были в восторге. Сказали: «Танюшка, тебе очень хорошо». Все звонят, говорят: «Умничка». И спрашивают, кто тебя к этому подверг, чтобы поменять свой имидж. В коллективе Наталья самая молодая. После рождения ребенка стоял выбор – пойти на прежнее место работы или открыть свое дело. Идея исходила от моей родной сестры. Она заставила, можно сказать, силком. Но так как все пошло продвигаться вперед, и мы без остановки стали работать, работали годами. Нашли место в районе Северного рынка, за ночь преобразили помещение. Помогали нам, так как мужских рук не было в данный момент, нам помогали наша доблестная охрана. Коллектив знаком со студенческих времен. Все одновременно вышли из декретного отпуска. Общий стаж 45 лет на 5. Любим друг друга, во-первых, поэтому, когда мы приходим, мы идем на работу с хорошим настроением всегда. То есть мы скучаем. День Натальи расписан по минутам. Многие клиенты предпочитают стричься именно у нее. В ее умелых руках женщины преображаются в настоящих цариц. Недаром салон называется «Клеопатра». Для любой женщины в первую очередь было важно то, что девочки все отличные профессионалы. Это самый лучший парикмахер, очень обходительный человек, чай, кофе, всегда все. И даже работает и в выходные дни, и в праздничные дни. Всегда вот примет, когда нужно, все сделает. У Натальи растет маленькая дочь, которая любит приходить к маме в салон, играть макетом и делать прически. В конце прошлого года Наталья Седова стала призером конкурса «Лучший предприниматель Краснодарского края» за 2013 год. Заняла 3 место в номинации «Лучшее предприятие в сфере услуг». Молодая, перспективная, талантливая, яркая, целеустремленная, умная, позитивная. Я думаю, что все эти качества привели Наталью именно к этому итогу. Я думаю, что у нее впереди очень много еще побед, много разных конкурсов, и я предполагаю, что она будет побеждать. Ее парикмахерская не нуждается в рекламе. Клиенты становятся родней и друзьями. Часто заходят просто выпить кофе и зарядиться позитивом от хозяйки. Главное правило Натальи – делать все красиво и с душой. Батут, фруктовый лед, меховые наушники и пластилин – все это детские изобретения. О том, как дошколята приручают свое же изобретение – пластилин, и как он помогает им развиваться, расскажем прямо сейчас.
Мамы всех маленьких детей каждый день сталкиваются с результатами творчества своих малышей, отскребая пластилин от столов, пола, ковров и окон. Первой все это делать пришлось маме одной маленькой девочки, которая была внучка Клео Маквикера, производившего чистящие средства для обоев. Девочка решила, что это подходящее средство для воплощения ее творческих идей. Смышленная девочка предложила поиграть своему деду средством для очистки обоев от угольной пыли. Из него удалили вредные компоненты, добавили красители и миндальное масло. Так появился первый пластилин. Ученые доказали, пластилин активизирует работу центральной нервной системы, улучшая работу головного мозга. Занимаясь лепкой, малыш не только развивает воображение, творческие способности, но и мышление, память, речевые навыки. Этому помогает мелкая моторика. Кроме пластилина, дети придумали много полезных и интересных вещей. Снегоход, например, изобрел 15-летний канадец. Школьник из Америки на год старше, который очень любил прыгать, мастерил первый батут. То, что мороженое, фруктовый лед начнут раскупать по всему миру, в свое время догадался 11-летний школьник. Хотя он, может быть, об этом и не думал, просто вкусно получилось. Самым маленьким изобретателем называют ребенка, который в 6 лет сконструировал игрушечный грузовик с откидным кузовом. Воспитанники детского сада Виктории еще не изобретатели, но уже фантазируют. Я бы изобрела крылья человеку, чтобы он бы мог летать. Я бы хотела стать феей. Машина времени. Вернуться во времени, все исплавить. Я бы хотела изобрести машину, которая бы могла становиться на капот и копать. Я изобрела самолет, который мог летать и возить дома, чтобы самолет нас возил, а мы сидели дома и смотрели, какие звезды бывают. Я села робокуклу. Она бы за меня всю работу делала. Читала мне книжку. Перчатки без пальцев, меховые наушники, шрифт Брайля, магнитные обои, еще десятки изобретений принадлежат детям. У них не было ни специального образования, ни научных лабораторий, ни штата сотрудников, но у них было что-то более важное. Фантазия и вера в то, что все возможно, стоит только захотеть. В Анапе стартовала интернет-акция «Бессмертный полк». Вместе создаем электронный альбом с фотографиями ветеранов и участников Великой Отечественной войны. В нашей стране не было такой семьи, которой не коснулась бы война. Уходили на фронт мужья, отцы, братья и деды. Не все вернулись домой. Но они живы, пока мы бережно храним о них память. Они будут жить, пока мы чтим их подвиг и искренне гордимся ими. Чтобы принять участие в акции, направьте фото своего родственника, участника Великой Отечественной войны в формате JPEG и материал о нем на электронный адрес, который вы видите на экране. Все фотографии будут размещены на официальном сайте администрации города-курорта в специальном разделе. На торжественном параде 9 мая пройдет колонна «Бессмертного полка». Мы запускаем телевизионную версию проекта. Если вам есть о ком рассказать, поделиться информацией, присылайте фото ветерана и заявки на почту rntv-anapa@sobakamail.ru или звоните. Телефон редакции 586-57. Партнеры программы – производственное предприятие «Меркурий-2» и магазин «Випарт» в торговом центре «Алиса». Поступила новая коллекция одежды, платья, вечерние и на каждый день. Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Партнер программы новости – магазин «Випарт».